Экскаватор, погрузчик 428Е. Так, сломалось два рычага. Так, вот он один рычаг. На этом я до дома дополз. Вот он как выглядит, полный вид егошный. Вот у него сзади такая штучка. Залит он в такую вот резину непонятную. У меня есть второй такой же рычаг, который старый. Я его пытался паять. Теперь вот эту резину всю вышкрябываю с него, пытаясь вышкрепсти. Модель рычага 261-227-00. По-английски тут написано. Цена такого рычага 35 тысяч на Авито я насмотрел. Так, вот так выглядит сама деталь, которая находится вот в этом корпусе. Вот он, этот корпус. Это уже второй рычаг, который тоже сломан. На нем я ездил, когда подпаивал, на нем ездил. Вот, крышку отпилил, потому что так не вылазило. Размочил его в растворителе 600... Какой там растворитель, Ванюк? 646-й. Вот такой вот. Отшкрябывается примерно вот так. Берется вот такая штучка, либо ножик. И вот так потихонечку, потихонечку отшкрябывается. Снимать неудобно. Так вот берется. Вот он хом. Вот так вот отшкрябывается. Очень долго и муторно. Ну, к вечерку, думаю, отшкрябаю всю эту беду. Вот так вот отшкрябывается. Еще беда случилась с трактором. Сплавился воздушный фильтр. Сейчас покажу, пойду. Ну, таким макаром обдеру, запаяю вот эти платы, которые оторвало этой резиной самой. Ну и буду побеждать, надеюсь. Заработает рычаг управления. Еще момент. Вот она, эта микросхема, которая находится. Она отходит от платы. Что тут стоит 35 тысяч, вообще не понимаю. Вообще непонятно. На Алиэкспресс продаются эти рычаги по 42 тысячи. Вообще не понять, что тут стоит денег таких бешеных. Так, еще видосик. Этот же мой трактор. Так, вот такая беда случилась. Вот он фильтр. Воздушный. Черный как негр. В том году я думал, почему так за неделю его сильно забивает. Светится насквозь, если видно. Сейчас на солнышко направлю. Вот он, видно, там просвечивается. Вон он светится весь, фильтр воздушный. Сплавило. Вот так все сплавило. От выхлопной трубы. Вот. Шланжик заходит вот сюда. Вот он оплавился. Я плавил все, чего тут можно было оплавить. Заходит он в выхлопную трубу. Ни разу такого не видел. Звонил знакомому, и сказал, что это беда у тебя с движком. Но разобравшись, внутри стоит клапан. Вот в этой трубке. Который, по ходу дела, закис или захряс. Я не знаю, что там, вода попала в глушитель. И он заклинил. И начал выхлопные газы выкидывать в фильтр. Спас его маленький вот этот фильтр. Сейчас покажу фильтр. Спас вот этот фильтр. Движок от гибели. Иначе влетел бы на большие деньги. Вот он. Вот так этот пластмасс вплавился. Это родной катовский фильтр. Вот он. Катерпиллер. У меня этих фильтров уже куча накопилось. Как-то так. Сейчас закроем, чтобы сюда никакие секараторы не налетели. Буду делать. Сначала разберусь с рычагом управления.